Ну, война начиналась с 41 года же. Вот, а потом нас выслали оттуда. Вот, а я попала в трудармию. Вы сначала куда приехали оттуда, с Донбасса? Нет, сюда. Я отсюда уже попала в трудармию. Вот вы сначала в Павлодарскую область, да, попали? Да, тут мы плохо жили с матерью. Тогда отца уже не было у нас. Ну, умер. Там еще на родине? Да. Мы без отцу выслали нас. Угу. Уже. Понятно. И... А потом уже отсюда вас взяли в трудармию? Да, да. Угу. В Россию вы попали? Вот. Там лесоповал был, там мы работали. Вот. А жили в общежитии. А как там жить в общежитии? Там нехорошо жить. Бараки, наверное. Ну, бараки, общежитие. Так как заключенные. Вот так и мы жили тогда. Ватные штаны, куфайки. Вот так мы ходили. Ботинки. Пилили в лес и валили. Вот так и в лесу пали. Трудно было работа, очень тяжелая. Ну, что кормили тогда? Что было? Что было, то крупу, то суп, то что-то, каша. Три раза в день кормили, но тоже не так, как сейчас мы живем. Сейчас, можно сказать, хорошо живем. Хлеба вам хватало? Какой там хватало? Ничего там не хватало. Нет, нет, трудно было жить. И там, где мы работали, охрана была даже. Вас под конвоем водили на работу? Под, да? Конвой ходили. И с работы вот зайдешь, читает. Один человек не хватает. Все. В 56-м году мы приехали сюда. Мы не сюда, а Паловку, Чистополь, если знаете, вот туда. Там жила его мать. Вот и до матери мы приехали тоже тогда. Тоже здесь, в Успенском районе. И... Мы жили хорошо. Шестеро детей у меня. А где вы его встретили? Трудармы. Он тоже там был? Да, там был тоже. И вы там поженились? Там поженились, и... А потом уже сюда ехали. В 56-м году.